Я художник из России, Иванова Светлана Николаевна. Пишу в стиле символизма. На конкурс я решила предоставить две работы, которые, как мне кажется, между собой связаны, как мужское и как женское начало. Первая работа называется «Мудрость. Краеугольный камень». Это масло на холсте подрамник, размер 60 на 70. Если посмотреть, то на картине изображен мудрец, который сидит в пустыне, и одна рука у него опирается на землю, а вторая опирается на знания, на камень знаний. Фигура символизирует мудрость, одиночество, ответственность. Даже шарф, который идет у мудреца, символизирует как реку знаний с большой буквы. И на втором плане изображена женщина с ребенком, мудрой женщины и в ее материнстве. С остальными моими работами вы можете ознакомиться на моем сайте ivanova.sn.wix.com/art/sulamif.